Алексей Николаевич, работаю в Крымском федеральном университете совместителем директора. Идея создания нашего дома пришла нам в то время, когда мы задумывались о том, что живем мы в Ялте, как всегда к нам приезжает очень много родственников. Приходилось искать место в доме, это не всегда удобно, всегда как-то хозяев очень напрягает, и поэтому пришла идея на своем участке построить какой-то домик для гостей. Так как семья большая, то приезжало очень много родственников, поэтому выбирали долго, какой дом делать. И сталкиваясь с поиском, у нас была готовая площадка, и на этой площадке нам нужно было построить строение, которое бы было легкое, но в то же время достаточно прочное и надежное. Останавливались много было у нас предложений различных компаний, но вот заинтересовало как раз строительство из C-панелей. Чем? Простотой сборки, опять же надежностью, и дом получался достаточно теплый. И выбрали компанию «Радом», которая позволила нам осуществить нашу мечту и создать дом. Относился, конечно, к нему очень несерьезно поначалу. Но в процессе эксплуатации мои мысли менялись. И поэтому я убедился, что C-панели дом имеет место быть в наших технологиях. И зарекомендовал себя вот в южных регионах. Относительно того, что сохраняет тепло тут бесспорно. Во-вторых, позволяет экономить энергоресурсы, в том числе и газ, который во время зимнего отопления. Наш дом двухэтажный, 120 квадратов, примерно расход газа в зимний период. Ну, в Ялтинском нашем регионе зимы не столь холодные, но все равно температура столбик опускается до минус 1-2 градусов и достаточно холодные ночи. Ну и потребление газа примерно 150 кубов в месяц. Зимний период при отоплении. И также вот относительно холода. Вы вот сейчас убедились в том, что кондиционер не постоянно работает. Он включается, выключается, и дом позволяет сохранять холод. Тоже точно так же действует, как термос. У нас, опять же, мы находимся на таком ветропродуваемый район. И у нас основное даже в процессе строительства, я ребят просил очень уделить большое внимание крыше, потому что соседи у нас крыши срывало два раза, и сам убедился, что крыша надежная, все, стропильная крыша. Строительство дома заняло около 1,5 месяца, и около 2 месяцев заняла отделка дома. Проблем никаких не было. А проектировали долго ваш дом? Нет, неделю. Отделка его даже не позволяет усомниться в том, что он сделан не из камня или кирпича традиционного материала. То есть внешне он ничем не выдает принадлежность к семейству C-панелей. Вопросов не возникало. То есть ни с газом, ни с чем-то другим. Нет. Вы завели совершенно спокойно. Да, да. Ну, в адрес компании пожелать им, конечно, развития прежде всего. При их отношении к клиентам доброжелательным, всегда идущим навстречу, я хотел бы пожелать им большой удачи, чтобы всегда то, что они делают, приносило радость людям. Естественно, те ребята, которые работали именно у нас на строительстве нашего дома, мы с ними часто встречаемся, я их до сих пор благодарю за то, что они сделали. Открыли для меня, будем так говорить, мир СИП-домов. Работой мы довольны остались. Быстро делали, качественно, люди, знающие всю технологию строительства СИП-домов, квалифицированные, поэтому никаких проблем не возникло. Приезжали, это совершенно незнакомые люди, просто интересовались, видели, когда строили. Приезжали, я знаю, 2 дома таких подобных построили. С расширением будущим нашей семьи еще больше возникла проблема строительства дома. И я так уже для себя решил, что этот следующий дом у нас будет СИП-панели. Большой семейный дом. В компании «Радом» мы всегда вместе. Спасибо.